кого-то убил, тут походу челобот был. Так, мне надо подхилиться, я в будке. Вон он за плитами лежал. Руку восстанавливаю. Нормально яйца, да, себе режу? Слушай, у тебя бинтов нет, у меня кончилась аптечка. Я могу тебе дропнуть аптечку. Давай. Что у меня кровотечение есть. Оно подхилило, но не кровотечение. Пускаешь. На, спасибо. Забирай. Так у меня есть маленькая еще, но правда тут ее уже не будет. Окей, thanks. Разница между ботами и челоботами, что челоботы очень туго умирают на самом-то деле. Прям видно, что они очень долго умирают. Челик принес мне бумажник, кстати. Кстати, бумажник неплохо. Да, бумажник. Ну огонь пузо лечит, пишет Спайк. Здорово, Спайк. Хватит, блин, эти противорадийные втыкать, блин, палочки. Сидит и заишка противорадиационные инъекции делает, так и заебись, ногу залечил. Насколько лагает? Не лагает вообще Спайк сегодня. Просто это галочку Сикс подсказал убрать, походу она все решила. Чуть-чуть иногда периодически перезапускаю, где-то один в 5 рейдов. Ну, короче, просто эта галочка решала проблему с тем, что у Таркова есть утечки памяти. Но решала ее слишком, блин, трачивая другие. Но если ее типа... А я думаю, что мне так больно? Ты посмотри, что у него, блядь. Я мосингу скинул. У него Сашка, блин. По железу кто-то прошел. Идет к нам. Слышу. Меня выходит. Еще один на территории. Сзади. Меня убили. Я убил двоих. Эх, стой, еще один. Я мертв. Двое еще. Найс, он своему гранату кидает. Да запрыгни, плиз. Минус три, я убил. Их 4 было, минус 4.